повеселились. Супер! Свифту шарик подарили. После такого компромата он точно от нашего друга отвяжет. Если в 3 дня вы не найдете мне этих уродов и не доставите их задницы сюда... Парни, переодеваемся. Они мне нужны. Игорь Леонидович, по поводу задниц. Вы хотели бы, чтобы мы отрезали их задницы и привезли вам? Или доставили их вместе с задницами? Прекрасно катаетесь, девочки. Завтра едем в Сочи на сборы. Чего? Идея, в принципе, не ахти. Хотя это новый курорт. Валим отсюда! А где твои друзья? Помоги мне, там крючок заел. Главное в девушке – это ее внутренняя раскрепощенность. А тебе ничего в наших новеньких не кажется странным? Да нет, нормальные девчонки. Я приглашаю вас в ресторан. Тет-а-тет. Я не понял, ты что, педик, что ли? Нет. Чем лучше скольжение, тем выше скорость. Я выхожу из игры. Чего? Что насчет фрирайда? Знаешь, это как секс. Я готова попробовать. Наши новенькие девочки не прошли медосмотр. Снимайте штаны. Может, я ноги сломать? Мишка, ты чё? Всем тяжело.